спонсор прогноза погоды «Капли Акумитил». Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акумитил. Здоровье и сияние ваших глаз. В среду в Самарской области облачная погода. Местами пройдет небольшой дождь, возможно, гроза. Температура воздуха днем плюс 26, плюс 28. Ночью 16-18 градусов тепла. Ветер западный, скорость до 3 метров в секунду. В Сызрани облачно, к вечеру небольшой дождь. В дневное время плюс 28, ночью 19 градусов тепла. Ветер юго-восточный, скорость 2-3 метра в секунду. В Тольятти малооблачно, днем до 27 тепла, ночью плюс 18. Юго-западный ветер 1-3 метра в секунду. В Самаре малооблачно, днем плюс 27, ночью 18 и без осадков. Ветер переменный, восточный, южный, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 60%. Температура воды в Волге плюс 17. Небольшие геомагнитные возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.